Всех приветствую, с вами я, Юля Дурмас и компания Comfort Homes Turkey. Несмотря на то, что сейчас середина зимы, погода в Алании шикарная, мы все в легких свитерках, солнце, море и, кстати, о море. Сейчас мы с вами находимся в квартире, шикарный вид на море. Здесь до моря буквально 250 метров. Квартира находится на границе между Алания и Конаклы. Очень хороший комплекс. Потом я вам покажу видео. И в ссылке в описании под этим видео будет ссылочка на наш сайт, на эту квартиру. Там вы можете более подробную информацию узнать об этой квартире. Ну и если заинтересует, под видео также все наши координаты. Пишите, звоните, спрашивайте. Итак, квартира 2+1. Продается с мебелью и с бытовой техникой. Полностью, как вы сейчас увидите, собственник забирает только свои личные вещи. Огромный балкон, если его застеклить, то квартира даже будет 3+1. Видео начинаю с балкона. Этот комплекс на горе возле отеля Кемальбай находится. Направление квартиры юго-западное. Вид очень хороший. Вот такой большой балкон. Заходим в гостиную. Кухня. Холодильник новый. Газовая плита тоже практически новая. В квартире ремонт совершенно не нужен. Полностью готова к проживанию. Чистая, ухоженная, светлая, просторная квартира. Коридор. Единственное, можно в ванной комнате, нет душевой кабины. Вот. Душевую кабину можно поставить. Для отдыха, либо для проживания небольшой семьи, вполне неплохое жилье. И стоимость данной квартиры 107 тысяч евро. Кто следит за ценами на недвижимость, за новостями на недвижимость в Алании, те знают, какие сейчас цены, поэтому 107 тысяч евро – это довольно-таки бюджетная квартира в таком месте. Рядом с Аланией, практически в Алании, рядом с морем и с таким шикарным видом. Спальня. Кондиционеры во всех комнатах. Две спальни, окна выходят на восток. Здесь тоже видно море из окошка.
Ну, расскажите, вы здесь постоянно же живете? Ну, с некоторых пор стали жить постоянно, да. Сами знаете, с каких. Раньше только в отпуск приезжали, ну, да. Сейчас живем постоянно. Ну, сделайте рекламу своего комплекса. Нравится вам? Очень нравится, да. Место прекрасное. Вот, немного старый он, но как бы... Есть, на самом деле, даже шанс, что попадет программа реконструкции, и тогда на этом месте что-то построить современное, мы тут получим квартиру. Ну, вы говорили, что здесь зимой постоянно довольно-таки большое количество людей живет, собственников. Да. В общем, не скучно вам? Не вымирает зимой этот комплекс. Да. Здорово. Ну, вам хорошего дня, спасибо. Мы идем дальше. Спасибо. До свидания. Зона отдыха, детская площадка и летний бассейн. Ну вот такая квартира, кого заинтересовало предложение, обращайтесь, звоните, пишите, задавайте дополнительные вопросы. Всем хорошего дня, до новых встреч!